Ветераны отряда СОБР собираются на презентацию книги в Музее боевой славы. На пиджаках большинства из них боевые награды, ордена мужества и другие за операции на Северном Кавказе. Офицеры уверены, подвиги мордовских СОБРовцев не должны храниться только в личных делах и документах. На каждое поколение мужчин выпадает какое-то, значит, событие. И вот нам выпал тоже, мы же не думали, что у меня был отец тоже участник Великой Отечественной войны. Мы же не думали, что нам придется тоже участвовать именно в военных действиях. И как-то вот у ребят возникло, что если будем живо оставаться, будем давать тоже о себе память оставим, что мы тоже герои своего поколения, что почему-то. Ребята, на самом деле, уже сколько ребят, мы за две чеченские компании Северного Кавказа не потеряли ни одного сотрудника, ни одного бойца. Это говорит о том, что мы занимались, ну как сказать, бойцы были хорошо подготовлены. В книгу вошли воспоминания командиров и бойцов об операциях и боевых действиях. Подробно описан подвиг мордовского СОБРа, когда они 10 суток обороняли Гудермесский вокзал без воды и боеприпасов. Боевики потеряли 600 человек, а спецназовцы – одного. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.